Всем привет! Скоро у нас 9 мая, и я решила сделать поделку. Орден Великой Отечественной войны из оригами-модулей. Для этого мне понадобится красные, желтые и белые модули. Размер модуля 32 часть от листа А4. Желтых модулей мне понадобилось 380 штук, это 12 листов. Красных 460 модулей, 15 листов. И белых 120 модулей, это 4 листика А4. Итак, приступим. К сборке нашего ордена. Длинным носиком на себя первый, второй ряд у меня состоит из 5 модулей. Закрепляем поделку. Сразу я проклеила поделку клеем ПВА. Дальше третий ряд. Мы модули вставляем один модуль между двумя модулями. Следим внимательно за тем, что я делаю. Закрепляем. Опять добавляем. Третий ряд у нас 10 модулей. Дальше один модуль вставляем, закрепляем, здесь мы не вставляем, просто так закрепляем, ничего, через один будем вставлять модуль, добавлять, здесь добавляем. Закрепляем. Просто закрепляем. Добавляем. Пятнадцать модулей должно быть в четвертом ряду. В пятом ряду и шестом ряду тоже по 15 модулей.
седьмой ряд, 30 модулей. Между каждым модулем вставляем, добавляем по модулю и сразу же закрепляем. Будет 30 модулей. Седьмой ряд готов. Здесь 30 модулей. Восьмой, девятый и десятый ряд тоже по 30 модулей. Одиннадцатый ряд у нас состоит из 30 желтых модулей. Двенадцатый ряд, 30 белых модулей. Тринадцатый ряд тоже 30 белых модулей. Дальше 14 ряд, 60 белых модулей. Между каждых модулей вставляем по модулю и закрепляем сверху двумя. Таким вот образом. Добавляем. Закрепляем. И так по кругу.
15 ряд, 60 желтых модулей. Следующий 16 ряд состоит из 8 красных модулей. Надеваем 8 красных. Дальше 4 желтых. И так по кругу. Дальше мы будем делать лучи нашей звезды. Начнем с красных. Первый ряд. Надеваем 3 модуля вот таким образом. Оставляем один краешек свободным. Надеваем 3 модуля. Раз, два, три. Четвертый, пятый модуль. Надеваем на 2 вот этих вот кончика, оставляя внутри пустой кармашек. И дальше надеваем тоже 3 модуля. Второй ряд, 7 модулей, просто надеваем, без добавления. Третий ряд, 6 модулей.
Четвертый ряд. Два модуля надеваем просто. Дальше два модуля со свободным кармашком добавляем. Раз, два. И два модуля по краям. Пятый ряд. Пять модулей просто надеваем, не добавляем ничего. Шестой ряд. Четыре модуля. Седьмой ряд. Один модуль надеваем, два добавляем. И один просто надеваем. Восьмой ряд. Три модуля. Девятый ряд. Два модуля. И десятый ряд. Один модуль. Таким же образом делаем лучи, остальные красные лучики делаем. Вот я сделала 5 красных лучей. Дальше будем делать желтые. Надеваем 2 модуля, в том числе и на красный краешек, 2 желтых модуля. Дальше на один краешек надеваем 1 модуль, тоже добавляем. 2 модуля мы добавляем. И еще 2 желтых модуля надеваем просто. Второй ряд 7 модулей, в том числе и на красный краешек. Третий ряд 8 модулей. Четвертый ряд идет на убывание. 7 модулей. Пропускаем эти краешки, желтый и красный. Надеваем модуль. 7 модулей. Пятый ряд 6 модулей.
Шестой ряд 5 модулей. Седьмой ряд 4 модуля. Восьмой ряд 3 модуля. Девятый ряд 2 модуля и десятый ряд 1 модуль. Таким же образом выводим все остальные желтые лучи нашей звездочки. Такая звезда должна получиться у нас. Ее нужно проклеить с двух сторон клеем ПВА. Вот. Дальше мы ее будем украшать георгиевской ленточкой, тоже из оригами модулей. Нужно сделать две вот такие половиночки. Сейчас я начну делать, показывать, как я делала эту половинку. Нам нужно будет черных 234 модуля, оранжевых 180. Размер модуля тоже 32 часть от листа А4. Черных 8 листиков, оранжевых 6 листиков. Итак, приступим. Первый ряд острым носиком на себя 3 черных модуля. Закрепляем. Дальше первый ряд идет. Состоит из оранжевых модулей, но закрепляем тоже здесь черным третьим второй ряд. 3 оранжевых модуля, 3 модуля, 3 черных, 3 оранжевых. Внимательно наблюдайте, как я делаю.
Вот такие два кусочка ленты получаются. Теперь это надо все проклеить клеем. И вот таким вот образом прикрепить к поделке. Итак, вот такая вот поделка у меня получилась. Я распечатала буквы «Великая Отечественная война», приклеила серп и молот, звездочку, приклеила эту георгиевскую ленточку к ордену. Такая вот классная поделочка у меня получилась. Такой вот орден к празднику Великой Отечественной войны, к победе. Понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока!